Всем привет! Открываем октябрьскую коробочку Icebox с сынулькой. Ловим волну. Мочалочка, обезьянка, да? Да. Книжка! Ух ты! Книжка! А там что у нас? Мыльные карандаши. Ох, какие-то крутые игрушки там тоже. В ванной можно, да, с ними? И давай еще посмотрим, что у нас в коробке. Что-нибудь есть еще там? Шампунь только, да? Здорово. Ну, давай смотреть все повнимательнее. Мочалочка, обезьянка из гипоаллергенного хлопка. Стоит 400 с чем-то рублей. И шампунь стоит 410 рублей. Натуральный для волос и тела. Naturals Baby Organic. Как обычно, средства нам всегда эти нравятся. Палитра мыльных карандашей крепится на стену ванной. Все это состоит у нас из мыла. И все это также легко смывается. 399 рублей. Набор веселой трассы стоит 695 рублей. Малыш может уже построить дорогу сам и двигать машинки, играть. И, в общем-то, занимательный процесс будет. Необычная книга «Водяной человек и его фонтан». 290 рублей. На первый взгляд мне сейчас вот она кажется некой странной, немножко какой-то устрашающей. Наверное, это, конечно, из-за главного героя. И в описании написано, что книга сложна тем, что интересно наблюдать за реакцией окружающей на вот этого главного героя. И за реакцией самого главного героя тоже на окружающих, и что же в итоге из этого всего выйдет. Ну, в общем-то, посмотрим. Пока мне кажется, что она действительно странноватая на первый взгляд, не такая обычная детская, как всегда. Поэтому будет интересно узнать реакцию сынульки. Понравилась тебе наша коробочка? Да, пока. Пока-пока. И мы вам покажем еще вторую коробочку под названием «Профессия». Да. Круто! Ого! Сколько много всего! Ой, какая прелесть! Здорово! Все, больше ничего нет в коробке? Перламутровая акварель, краски переливаются на свету, очень интересно. 145 рублей стоит такой наборчик. Ты открываешь машинки? Да. 395 рублей такие салфетки влажно-органические, без спирта, без всяких парабенов, и можно их использовать с рождения. Что ты уже распаковываешь машинки? Ох, какая круть, да? Да. Машина. Так это же целый набор стройтехники. Деревянный, напоминает что-то из детства игрушки. Стоит такой наборчик 992 рубля. А еще здесь прекрасная книга про лисенка. Книга учит нас тому, чтобы мы поменьше вмешивались в судьбу наших детей и давали им возможность выбора своей профессии. Очень здоровские картинки. Сына, посмотри, какая прелесть. Такие иллюстрации мы очень любим и с удовольствием всегда их читаем. И последний набор игрушек. Нужно находить противоположности к своим карточкам и все это приклеивать таким образом. Здорово, очень нам понравилась эта коробка. Сынуль, ты доволен? Да. Скажи команде Icebox спасибо и пока всем ребятишкам. Пока. А спасибо команде Icebox. Спасибо. Всем пока, хорошего настроения и побольше вот таких классных игрушек. Пока-пока.